Морду-то всю снес, а? Да всю снес, не то слово. И так у него насопит бедный. Ну, полностью-то нет. Да главное, чтобы выжил, потому что он не ест. Вон и запах-то особо не чуть. Давай, жуй, глотай. Вот талантище, из полевого масла. Давай, жуй, глотай. Не психуй. Так, дружочек, пирожочек, вот это надо убрать у тебя. Что ты там все спрятал? Давай. Давай, рот открывай и глотай. Вот, видишь, это еда. Ее надо глотать. Но он мясо-то все снял, да? Да. У нее, видите, только это разделительное внутри осталось, перегородка в носовой полости между пазухами. Ты будешь еще глотать? Дай посмотрю, что там. Давай. Открывай рот. Рот открывай. Вчера хотела, главное, ему мясо дать. Он из последних сил на меня кидался. Это я размазал. Давай, не кочевряжься. Все равно накормлю. Чуча. Не теряй силы последние. Давай. Это вкусно, проверь. Проверено уже, вон, видишь, янтовитка ела. От мяса отказывается, надо. Куда же? Может, я не отказываюсь, может, я стесняюсь. Морду снести себе не стеснялся. Скажи, да? Очень хотелось на волю, очень хотелось. Ну, я посмотрел, в клетке-то он сидел с носом еще. Их фотографии. Это он за ночь так себе. Да. Давай, чуть-чуть. Малыш. Давай, чуть-чуть. Я много не буду тебя кормить, но по чуть-чуть. По он, чуть-чуть. Скорее всего, там за что-нибудь зацепился и оторвал все это. Скорее всего. Да там вся клетка в крови еще, в его, вся решетка. Вот. Ну ты же понимаешь, что это вкусно, ну. Я понимаю, что из моих рук это страшно, но. Если но ты сам не хочешь. Какое-то. Будешь-то набираться? Нет. Шприц так хорошо вошел. Много съел. Да прям 5 миллилитров. Хотя для его... Он хоть раз чухает, что еда. Нет, так он не сразу. Он видишь, он есть боится, а когда понимает, что что-то это съедобное, он это глотает. Глотает вроде как с удовольствием. Ну, глотает. Кто ходит один по территории?